Привет, друзья! Вот некоторые мне говорят, иногда зло, а иногда по-отечески. Ну что ты, Юрий, обращаешь внимание на политику? Фигня все это, не твое. Ты лучше пой, пиши песни. У тебя это вроде неплохо получается. Да, ДДТ не политическая группа. И ни в каких партиях мы не состояли и не собираемся. И я бы с удовольствием пел бы с утра до ночи о любви. Но несправедливости вокруг нас слишком много. И молчать об этом нехорошо. Нельзя. Нужно что-то делать. А вот представьте себе свежий солнечный день. Вы идете в студию, насвистывая при этом новую какую-то удивительную мелодию. И вдруг вы видите, как несколько упырей-мордоворотов бьют человека. Бьют сильно, жестко, матерясь, пинают ногами. Что вы будете делать? Проскользнете незаметно, равнодушно мимо, торопясь записать новый хит о всеобщей братской любви? Или хоть что-то сделаете в меру своих сил, чтобы остановить это насилие? Подумайте, друзья, у многих из нас в жизни такое случалось. Чему я про это? Шиханы. Есть такое уникальное чудо природы в Башкирии, которому 280 миллионов лет. Это остатки древнего барьерного рифа, моря Пермского периода, с богатейшей флорой и фауной, занесенной в Красную книгу. Есть люди, которые пытаются их отстоять и защитить. Есть БСК, Башкирская содовая компания, которая уничтожает эти горы, являющиеся сырьем для производства. И есть рабочие, которые трудятся на БСК для того, чтобы прокормить свои семьи. И есть олигархи-хозяева, которые каким-то чудом приобрели все это в начале 2000-х. И, конечно же, привыкли к сверхприбылям. Как мне говорили, они давно уже в Стерлитамаке и его окрестностях не живут, а едят лобстеров в Швейцарии и Канаде, наблюдая чудесные виды из своих новых окон. Сейчас обострилась нешуточная борьба между экологами, простыми гражданами, приезжающими со всей Башкирии на защиту горы Куштау, и администрации БСК. Например, в прошлое воскресенье и в эту субботу администрация предприятия организовала нападение чоповцев и даже пьяных подростков на палаточный лагерь мирных активистов. И ведь эта проблема не только в Башкирии происходит. Не забываем Байкал, Шиес, Норильск и многие другие болевые точки. Друзья, давайте задумаемся над тем, почему власти часто навязывают нам один и тот же выбор. Или ты живешь и работаешь в говне, но получаешь зарплату. Или вали в тайгу, чувак, наслаждайся красотой, не имея денег на соль и спички. А власти Башкирии, акционеры БСК, Москва, например, Росприроднадзор, за десятки лет существования этой проблемы фактически ничего не сделали, чтобы ее решить. И мы опять стоим перед выбором или-или. А почему нельзя иначе? Работать и жить в хорошем, красивом месте, экологически чистом, и получать зарплату. Мы же с вами живем в 21 веке, и давно уже существуют научные разработки добычи соды бессырьевым способом. Да и недалеко, по нашим российским меркам, есть месторождения, разработки которых не так вредят экологии района. Кто желает знать подробности, посмотрите ссылку ниже. А ответ, на мой взгляд, прост. Не хотят хозяева и акционеры БСК терять сверхприбыль. Они привыкли к огромным деньгам, а остальное их не волнует. А зачем вы сегодня здесь? Защищать гору. А почему, от кого? От соды. А почему ее надо защищать-то? Ну гора и гора, ну и фиг бы на нее. Вы так считаете? Это моя родина. Сейчас нам из каждого утюга говорят о патриотизме, устраивая всевозможные парады на эту тему,
кричат о величии нашей Родины, а для жителей Стерлитамака, сел, поселков вокруг Шихан, эти горы и есть их Родина. И представьте себе, как ты каждый день, каждое утро, ночь, вечер наблюдаешь, как уничтожают твою Родину, оставляя бесплодную пустыню. Космоса в космосе много планет, но кроме Земли места нам больше нет. Есть на планете славный завод, есть у кого-то там много забот. Древние горы рвать, 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 и старательно брать, и старательно брать. Жгут печи планету, как свечка жжет нить, но если мы люди, должны горы жить. Шиханы должны жить. Шиханы должны жить, шиханы должны жить, должны жить, шиханы должны жить, шиханы должны жить, шиханы должны жить, должны жить. Говорят, им не хватает сырья. Их сырье — это ты, это мы, это я. Они хотят нашу родину-мать взорвать, обработать, упаковать и продать. Но важно, чтобы увидели внуки. Эти горы от гор всем убрать нужно руки. Не каждую рану залечит планета. Шахтау, я прошу, расскажи всем про это. Завод твое тело в себе пережег и переварил золотой порошок. Жгут печи планету, как свечка жжет нить. Но если мы люди, гора будет жить. Шиханы будут жить, шиханы будут жить, шиханы будут жить, будут жить, шиханы будут жить, шиханы будут жить, шиханы будут жить, будут жить. Будет жить, Йорактау будет жить, Куштау будет жить, будут жить.